Всем привет, друзья! Я у Влада в Москве, в гостях. Привет, Влад! Рад тебя видеть вживую. Вот, да, сегодня я у Влада возьму интервью, такой интересный новый жанр на моем канале, интервью. Вот, и хотел бы у тебя вообще спросить, начать с того, чем ты занимался вообще по жизни до Ютуба? Жизнь делится на до Ютуба и да, после Ютуба. У всех так. Тестировал очень много бизнес-идей. Но вот прям реально до Ютуба последние 4 года мы занимались Ютубом. Прям мы конкретно, у нас был видеопродакшн, мы снимали для NVIDIA, для Lexus, ну, прям развивались в этом направлении. И заскочили в Ютуб. И вот последние 2 года перед Ютубом мы помогали развивать, ну, другие... Это прям как бизнес, да, у тебя? Да, прям работа, да, такая. Да. Я целыми днями ездил к клиентам, работал с ними и пытался понять, как же, блин, в этом Ютубе-то... И все, а потом думаю, а что я самому буду создать? Это правда. Вот. Примерно вот так и было. Ну вот насчет дня твоего, да, расскажи, как твой день вообще проходит? Ну, начиная с того, как ты встаешь и... Я встаю, потом беру в руки телефон, записываю свой сон. Пока не совсем... Да, то есть я сейчас, ну, так, не такой штукой интересной занимаюсь, пытаюсь вспомнить, что мне приснилось, и записываю. Оказывается, да, интересные штуки какие-то. Что это тебе дает? Слышал хоть раз про осознанное сновидение? Это как, когда ты можешь во сне развиваться, что-то там делать. Я начитался такой вот ерунды, и я понял то, что оказывается можно не только наяву мозг качать, а и во сне. То есть ты там какие-то ситуации проживаешь, осознаешь. Пока я это только тестирую, вот, это первое, что... Ну, это потом... очень интересно. Вот, дальше просыпаюсь, жена ко мне приходит с соком, я выпиваю сок. Да, у меня так устроено. Друзья, кстати, как вы поняли, мы с Владом за ЗОЖ. И если вы тоже, то я хочу вам посоветовать крутое приложение Амино. Здесь вы можете вступать в сообщество ЗОЖ, читать полезную информацию по питанию, тренировкам, а также создавать свои посты, которые будут читать другие люди. А самое крутое то, что вы можете общаться с людьми по духу и следить за тем, чем они занимаются в этом приложении. Также там можно проходить викторины и создавать свои, делать всевозможные опросы на тему еды, луков и тренировок, а также можно смотреть обучалки и выполнять их вместе с другими участниками. Кстати, я создал интересный пост «Как накачаться дрыщу», поэтому, если вы хотите об этом узнать, то переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на мою группу, ставьте лайк моему посту и пишите обязательно комментарий, согласны вы со мной или нет. Увидимся! Ну и все, а потом начинается, либо мы едем на скалодром, либо какая-то тренировка, либо монтаж, либо я сижу, ничего не делаю, медитирую, либо там это, либо монтаж. Монтаж. Но сейчас ты в основном, да, Ютубом занимаешься. Да, сейчас. Никаких таких других дел нет. Я по максимуму себя стараюсь оградить, чтобы, ну, чисто творческий процесс шел. Потому что... Смотри, следующий вопрос. То есть, ты как бы снимаешь видео, но ты ни разу никогда не показывал своих родителей. Интересно узнать, чем они занимаются, кто они вообще. Один раз я, по-моему, показал маму свою, да, она ко мне приезжала в гости. Я не видел ее. Да, папа, он бизнесмен, он, ну да, он в сфере бизнеса. Ну, вот, там, папа нашел. Да, там развивается, и папа мой действительно, он самый главный вдохновитель того, что вот я пытался и до сих пор вот какие-то бизнесы. Мама учитель дошкольного русского, логопед. Прям как я, только в числе английского. Uh-huh. Вот, а у тебя братья и сестры есть, нет? Один. Брат? Я один в семье. Понял, хорошо. Да. А вот смотри, как ты начал вообще снимать видео? То есть, как это вообще пошло? Сначала принял решение, то, что все, я точно запущу свой YouTube-канал. Uh-huh. Взял и начал чего-то говорить в камеру. И вот что-то говорил, где-то я недели 3 ходил с камерой до того, как вот ко мне пришла идея, сформировалась идея вот первого видео. Я просто ходил и смотрел на себя. Приспосабливался, да? Да, я понял, это просто навык, который нужно наработать. Вот так вот смотрение. Потому что поначалу, ну сам знаешь. Да, сам знаешь, когда ты смотришь в камеру, и ты как, ну, такой... Вначале ты же говорить просто не можешь нормально. Чё сказать, кому говорить, господи, как я выгляжу. Вот, а почему, что тебя вообще побудило создать канал? Не было денег, не было работы, либо что? Ты знаешь, вот когда мы создавали для других, я видел то, что у них и реально идет рост, реально развитие. То есть мы там бизнес-молодость, MyWay, да. Ну, как компании, которым это приносит реально пользу и тут, ну, такая медийность. Угу.
не буду лукавить. То есть первое, это ты понимаешь, что это твой актив, ну, который, конечно, постоянно растет. Второе, не буду лукавить, мне всегда хотелось проявляться на аудиторию. Я любил читать стихи, там, любил как-то играть. Ну, как-то вот что-то вот такой штуки, и мне доставляет действительно удовольствие. Это такое лично свое. У тебя была мечта вот стать известным? Ну, то есть, чтобы тебя узнавали люди, нет? Знаешь, известность — это такая штука двоякая. Известным зачем или ради чего? Вот когда ты понимаешь, что ты несешь, ну, конкретно пользу людям, да, вот с этой позиции, да. То есть, когда ты видишь горящие глаза людей, которые тебе сколько писем пишут каждый день, говорят, блин, Арчи красава, я начал заниматься, начал это. Вот чисто ради вот этого, да, это круто, когда идет такой обмен энергии. А когда ты известен там, ну, какой-то херня, то, блин, мне кажется, согласен. Так все известно. Всякие зашквары там, это не очень хорошо. Так что вот так вот, да. Вот. И такой интересный вопрос. Сколько у тебя источников дохода сейчас, кроме Ютуба? Ну, еще что-то есть? Сейчас мы свой курс по Ютубу продаем. Ну, то есть, вот весь наш опыт того, почему мы вообще бомбанули, ну, как бы, да, там, за несколько месяцев уже 30 тысяч подписчиков. Это вот хороший результат, ребят. Да, это как раз вот потому что, блин, 4 года до этого мы в этом во всем вкапывались. Мы понимаем, что такое сторителлинг, что такое это. И мы сейчас продаем свой курс по Ютубу. Ну, плюс у нас есть какие-то консультации, мы проводим для крупных бизнесменов, продолжаем этим заниматься, но все реже сейчас. То есть смотри, ты говоришь, что у вас как бы есть какие-то определенные знания по Ютубу. Скажи мне, что такое хайп? Как его создать? Тут, знаешь, тут... Есть что-то определенное, вот как хайпануть? Я сейчас, знаешь, что для себя понял? То, что хайп — это совокупность тысячи каких-то мелочей. И вот насколько ты их прорабатываешь, насколько ты прорабатываешь якоря, общение с аудиторией, монтаж, что такое монтаж, насколько какие-то там петли закидываешь. Да. И вот, то есть, каждое свое видео я раскладываю прям по вот таким вот долбежам, чтобы можно было там... Суть-то в чем? Есть самая главная ценность, ну, это внимание людей. И ты стараешься вот как-то вот ухватить вот это внимание человека в своем видео. Ну, смотри, как ты считаешь, вот превью, название, они очень важны для видео? 99% да? Превью и название. Ну, потому что если ты снял офигенное видео, прям вложился в него, но как бы фоточку и название, там, я сходил в магазин. Все, твое видео умерло. То есть на него элементарно... Ну, потому что столько этих превьюшек, сам знаешь, из них должны выбрать именно. То есть должна быть яркая превью, да, красивое название, которое должно зацепить и вызвать у зрителя. Резонанс. Да, резонанс. Вот, кстати, как ты относишься к такой, к желтухе, там, ну, к таким вот... Я не знаю, просто есть хайп, ну, прям реально скользкий, ну, противный. Да. Это не очень хорошо, на самом деле, потому что... Но смотрите, если зрители как бы вас смотрят, у вас лояльная аудитория, они просто этого не поймут. Если вы хайпите на каком-то там, не знаю, Шурыгин, как вы там блеванули где-то, но это вообще очень зашкварно. Да, да, а если вы хайпите на чем-то, ну, таком положительном, чем-то полезном для людей, то это вполне огонь. Вот, следующий вопрос. Правильно. Самый интересный вопрос, я думаю, для зрителей. Да. Сколько зарабатываешь в месяц? Ну, где-то от 150, 200, 100, 100. Ну вот в таких пределах. Ну это от проектов, да, от Ютуба все вместе. Да, 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 да. Да. Какой твой секрет популярности вообще? Как ты думаешь? Откуда он пошел? Улыбка. Улыбка, думаешь? Да. Я понял то, что, блин, в Ютубе что-то как-то нет вот позитивных ребят. Мимимишность. Да. Берет мимимишность. Да, я немножко вот как бы такой вот чувак. Но это цепляет, и ну, не просто улыбка. За этой улыбкой это вот стоит, ну, какая-то работа, какая-то труд, который... Это тоже надо развивать. Да. Должна харизма быть. Улыбаться. Согласен, харизма же играет большую. Харизма, да. Без харизмы, как бы, вас смотреть никто не будет, если вы будете онлайн таким сидеть. Вот. Какие вообще планы на будущее у тебя? Чем ты хочешь заниматься? Будешь развиваться в этом направлении или еще что-то будешь? Всегда постоянно прилетают какие-то бизнес-идеи. Я всю жизнь нравилось чего-то начинать. Ты вот загорелся идеей, начал ее, там что-то получилось, получилось, пошел дальше. YouTube — вот это центр, это стол, который прям развиваешь. И постоянно прилетают какие-то предложения. То вот недавно меня приглашали креативным директором на канал. То есть у меня все там зарплаты, я даже начал, ну, интересно работать в большой команде. Но я понимаю,
Я понимаю, нет. Все-таки вот мое направление там сейчас пытаемся создать приложение. Приложение по спорту. Потом какое-то обучение, онлайн-обучение. То есть я обучать, ну, вряд ли, потому что, ну, сам понимаешь, я лучше буду учиться у кого-то. Приглашать экспертов туда. То есть направлений много, но центр это 1 000 000 подписчиков на канале, 10 миллионов подписчиков на канале, и вот. Ну, как у всех, в принципе. Следующий вопрос, Влад. Да. Интересный вопрос. Вот. Если бы тебе предложили 1 миллион евро или оставить свой канал, что бы ты выбрал? Канал, конечно. Точно? Тут же суть не ради денег, а ради жизни, ради процесса какого-то. То есть тебе именно важен процесс, а не деньги? Конечно. Отлично. Ну, когда ты знаешь, вот когда фигово, вот когда реально ты живешь и пытаешься соскребать там что-то, да, чтобы квартиру, чтобы это, тут, конечно, важны деньги. Ты за любую возможность, но главное не продать себя в этот момент. Согласен. В этот момент, если ты продаешь себя куда-то, и беда происходит потом. Лучше вот накопить силу и заработать. Ну смотри, а допустим, если бы у тебя не было канала сейчас, да, ты бы этим не занимался, чем бы ты занимался? Ну, скорее всего, тоже вот около видеосферы. То есть что-то да. Ну, я. Телевидение, да, может быть, нет? Не, видеопродакшн. Я, по сути, когда я развивался в видеотеме, я был смысловиком. Это что, я брал человека и переупаковывал его вот в сценарий, в какую-то вот вещь. Ну, такая режиссурско-сценаристическая работа. Слушай, по теме, у тебя есть какое-то образование, учился на кого-то, нет? Да, я закончил рынок ценных бумаг, торговлю на бирже, финансовый университет. Ну, то есть ты в той сфере, да, работаешь? Ну, как сказать? Нет? То есть я финансы, бухгалтерия, бумажки, криптовалюта. Это как-то помогает тебе вот в Ютубе, нет? Да нет. Никак? Я просто на первом курсе начал уходить в YouTube, и у меня была такая возможность. Угу. А что для тебя самое важное в жизни? Как считаешь? Можешь даже три вещи назвать. Первое, вот просто по ощущениям прилетает такое слово «гармония». Угу. Это когда ты просто по кайфу живешь. Ты понимаешь, даже если в лес куда-то, то ты все равно с кайфом к этому относишься. Ну, типа там, ну окей, порешай, окей, там куда-то. Или когда что-то получилось, ты такой, о, нифига, что-то получилось. Второе, постоянное развитие. Угу. Прям вот я с тобой встретился, ты мне сегодня показал какие-то упражнения. Все, это уже ты такой, о, ну, я не знаю, это как называется. В голове что-то начинает у тебя взрываться, ты такой, нифига себе, что-то новое пошло. Плюсик, это важно. Да, то есть это второе. Третье, это люди вокруг. Это окружение очень влияет. Окружение. То есть вот я с тобой сейчас познакомился, все, пошла какая-то энергия. Дальше мы. То есть если ты спортсмен, ты должен общаться со спортсменами. Если ты там, не знаю, звезда какая-нибудь там поешь, да, ты должен. Ты знаешь, вот быть в кругу этом и стараться расширить за рамки. То есть мне. Я развиваюсь как бы в теме спорта, но мне прикольно с бизнесменами, там, не знаю, с балеринами, с художниками, и ты, когда ты туда влазишь... Ну, знакомство, да, новое нужно просто. Да, да, да. Ну, да. Обмен. Но смотри, вот следующий вопрос. Какие твои три шага на пути к успеху? Что нужно делать вообще для ребят? Первично, как мне кажется, нужно научиться кайфовать от жизни. Когда ты чувствуешь и находишь вот свое направление, и обычно все хотят добиться успеха, заработать бабла и после этого начать заниматься каким-то своим любимым делом. Да, да. А вот когда ты все же, наоборот, да, это же действительно, ну согласись, даже не то чтобы труд, но, блин, чтобы найти себя и найти свое любимое дело, это сложно. Это тоже ты должен вот что-то тыркаться, искать. И вот скорее первично нужно как-то переломить этот момент и найти вот свое. Найти, вот нащупать среди вот этих вот огромных возможностей. Знаешь, второе, это про успех. Про успех, да? Да. Решаем. Сделать сначала что-то одно хорошо. Ты сам понимаешь, когда твое тело, ну, ты чего-то добился, неважно, в спорте, в компьютерных играх, ну то есть, ну вот в чем-то ты какого-то успеха добился, и твое тело ощущает это состояние. Когда ты знаешь это состояние, ты его можешь уже переносить на какие-то другие вещи. То есть ты в одном в чем-то бицепс ты накачал, все, ты уже понял то, что это не быстро, это там это нужна система, это. И вот эти же принципы начинаешь там на бизнес перекладывать. Ты понимаешь, что работает, да, и эти схемы используешь в других областях. Да. А обычно это бывает, ты попробовал, тебе не получилось, ну, пошел дальше. Да. И вот ты теряешь свою энергию, по сути, растрачиваешь себя. А когда ты, оп, аккумулировал,
Ты... Ну и третий шаг, последний. Вот тоже люди. Вот люди общаются. Окружение, да? Да, перенимание опыта. Потому что одному все равно... Вот, сложно. Будить как-то. Сложно жить одному. Да. Да, следующий вопрос. Кого из блогеров ты смотришь вообще, из российских? Я смотрю очень много блогеров. Это может, ну, как есть, это профессиональный навык, который остался у меня со времен, когда мы продакшн создавали. Сейчас конкретно. Да что, ты, Войтенко, Хач, знаешь, вот есть лента... Кстати, трансформатора не смотришь? В трансформаторе? Все, как раз про бизнес по твоей схеме. Там Тёма, Артём Бойцов в трансформаторе, это парень, он сейчас заведует всем продакшеном, у него, ну, главный режиссер, это парень, с которым мы вместе развивались, он был в моем продакшене, да, мы с ним, да. Ну, как бы, да, то есть такая тусовка это общая. Поглядываю иногда. То есть я в основном протыкиваю. Я, чтобы быть в теме, я протыкнул всех топовых блогеров, которые у нас есть. И Ивангая смотрю, я недавно с него пытался перенять. Думаю, в чем же феномен, блин, этого Ивангая? Марьян Уро. И ты понял, в чем феномен? Я ищу монтажные решения. Потому что, ну, ты понимаешь, что если ты будешь вот просто показывать людям, как отжиматься, это... Да, это нужно. Все-таки аудитория, которая хочет вдохновляться, она намного больше, чем та, которая хочет реально заниматься. Конечно. Поэтому вот насколько ты пытаешься. Я сейчас немецких блогеров начал смотреть, там какого-то брейкера нашел, у него 4,5. Ну, в основном, да, я американских смотрю, Кейси, Логан, его брат. И вот с позиции эмоций, как они подают, подачи, что они делают, как они монтируют. Да, из-за рубежа все тренды идут, в принципе. На кого равняешься в жизни вообще? Есть какой-то, наверное, кумир, человек, с которого ты берешь какие-то там характеристики, не знаю? Одного нет, есть совокупность. Ну, вот, скажи, каждый в чем-то. Вот, например, когда ты задаешься вопросом, чему ты хочешь научиться, всегда приходит человек. Вот я, когда захотел начать отжиматься, я наткнулся сразу на твои ролики. Для меня тогда ты был, ну, реально кумиром, таким ментором, наставником. Когда я развиваюсь в теме бизнеса, я там смотрю на своего папу. Или на каких-то бизнесменов, ну, с которыми сейчас общаюсь. И вот под запрос всегда, когда у тебя в голове. Главное же, ну, тут вот понять, что ты хочешь, и все, дальше начинают люди притягиваться, появляться таким магнитом. Да, ну, следующий вопрос про отжимания, как ты сказал. Есть желание вообще накачаться, стать больше? У тебя канал, ну, больше о спорте, да, получается? Больше спортивный канал? Скорее, да, чем нет. Такой спортивно-развлекательный больше, да, идет? Есть вообще желание как бы накачаться? Вот? Ты знаешь, поначалу я, когда влез сюда, я просто кайфанул от процесса. Вот эти 15 тысяч отжиманий, это было... Это весело, да? Это не ради там накачаться или там правильности какой-то. Нет, я подумал, блин, прикольно. И вот ты, не знаю, многие говорят, что это волю какую-то прокачивает или еще что-то. Я скорее просто, ну, весело было. О, а получится или не получится? И вот сейчас, когда... Там через 10 месяцев я вижу, что ой, что-то у меня вес прибавился, что-то у меня показатели какие-то, как-то там что-то рельеф начал. Ты такой уже, смотря на себя, начинаешь думать, блин, а если это же можно как-то улучшить? Конечно. Поэтому развитие, да, вот я сейчас элементы, вот мне горизонт нравится. Я его посмотрел, думаю, блин, какой он красивый. Думаю, я хочу. Получается уже? Ну, потихонечку. Прям. Закрытый получается, да? Закрытый, да, уже получается. Жопу как-то немножко. Попу, задницу, ягодицы приподнимают, но тяжелая штука, поэтому просто кайфую, да. Слушай, а ты когда-то думал об употреблении стероидов, нет? Да каких стероидов, я не фрукты кушаю. Никогда не думал вообще? Это даже я... Типа, чтобы быстро накачаться. А я даже вот, я от тебя-то и узнал, по сути, что есть. А, серьезно? Ну да, ну кто-то вот, ты, Войтенко, вы говорите, я думаю, что за это? Не, я знал, что ребята там как-то колются. Я же в мир спорта вот попал буквально недавно. Я сейчас тут как слепой котенок пытаюсь что-то это разобраться. Ты молодец, у него хорошо получается. Че, к чему? Поэтому какие стероиды? Ну ладно, со стероидами понятно. Кем ты вообще себя видишь через 30 лет, допустим? Как ты себя представляешь, кем? Миллионер? Знаешь? Самым популярным человеком в мире? Вот как бы прикольно навешивать такие, ну, клише. Ярлыки. Да, ярлыки. А, если с позиции ярлыков, ну, топ-блогер, как бы вот в сфере вдохновения, может быть и нет, который... Я вот не знаю. Последние... год я заметил такую штуку, что ты каждый момент времени кайфуешь от того, что прямо сейчас ты просто
человек развивающийся. Ну, да. И скорее всего через 30 лет оно так и будет. Просто, наверное, через 30 лет будет у меня больше знаний, которые я смогу больше передавать людям. То есть сейчас я являюсь транслятором, вот тебя взял на свой канал, как-то передал, потому что у меня знаний немного. Через 30 лет опыта будет больше, и уже, возможно, ну, больше вещать или какое-то такое что-то. Сейчас пока вот как-то так. Следующий вопрос. Ты себя любишь вообще? Да. Да? Да. И есть ли какие-то черты, которые ты не любишь? Они определенно есть у каждого человека. Нет. Серьезно? Да, ты знаешь, даже... Ты вообще в себе все любишь? А даже какая-то фигня, которая у тебя есть, она же по кайфу. Ты понимаешь, что это как, ну, любой минус, он же и плюс одновременно. Ну, смотря с какой штуки посмотреть. Ну, не знаю. Да. Вот. А что значит? Ну, я, знаешь, с какой штуки смотрю? А, если есть какая-то нелюбовь или какой-то зажим или какая-то штука, она сосет энергию. Вот когда ты начинаешь думать, ну, блин, я там не умею что-то делать, я там это, я вот как-то плохо, я что-то сказал, у меня там мат иногда проглядывает, да? Ну, это есть. Но если я об этом буду думать, ну, как бы, эта фигня будет из меня жрать энергию. Ну, понятно. Зачем мне это нужно? Негатив. Да, поэтому я кайфую от себя, да, я такой. Ну, и все. Ну, еще парочка вопросов. Такой интересный вопрос. С кем бы из зарубежных блогеров ты бы хотел снять коллаборацию? Есть какие-то вот интересные блогеры? Ну, конечно, Кейси. Кейси красава. Бог стоит Эллинга. Да. Я по его видосам учился. Я разбирал его видео там по процентам, когда он вещает, когда он красивую штучку делает. То есть это да, я бы снимал. Они очень хорошие блоги, да. Наверное, топ-1, наверное, нет? Да. Логан его, конечно, дернул, но вот все-таки с такой, ну, он как-то приятная подачка. Логан, он трэшит. Кейси красивый. Да, Кейси, у него эстетика есть. Да. Тут он красава, я с ним хотел. А что тебя, слушай, мотивирует снимать видео вообще? Люди. Люди мотивируют? Люди и мое, как бы, мое состояние. Угу. То, что я выпустил видос, там кто-то что-то написал, у кого-то что-то поменялось, и... О! Ну, и люди, вот эта вот энергия, обмен энергией. Это как все звезды, да, говорят, что, типа, их толпа вдохновляет, да, ну, конечно, конечно, потому что не было бы зрителей, нас бы вообще... Хоть мы и тратим энергию на вас, но вы даете ее обратно, и такое, типа, взаимопополнение идет энергии. А если ты даешь, ну, нормальную, добрую энергию, то она тебе возвращается, да, конечно. Ну, определенно, да. И последний вопрос. Так. Как ты думаешь, что самое важное в жизни? Одно, самое важное. Пусть останется танцевать, ребят, на этой веселой нотке мы заканчиваем. Все, благодарю тебя, мужик. Спасибо, брат. Рад был видеть его.